Всем привет, продолжаем рассматривать картины. Моление к Хонсу. Степан Бакалович. 50 на 100, холст масла. 1903 год, коллекция Русского музея, Санкт-Петербург. На картине изображен один из ритуалов древних египтян, моление богу к Хонсу. К Хонсу или Хонсу. Египетский бог, сын Амона, бога неба, воздуха и солнца. И Мут, богини неба и покровительницы материнства. Почитался как бог луны и целитель. В Фивах был построен храм к Хонсу, на стенах которого сохранились посвященные ему гимны. В ритуале участвуют жрецы и служители древнеегипетского языческого культа. Моление происходит на самом рассвете, когда солнце встает из-за горизонта. На картине Степан Бакалович изобразил момент вознесения молитвы божеству во время появления на небосклоне лунного диска. Картины Бакаловича, исполненные с тонким вкусом и мастерством, пользовались в России спросом и регулярно демонстрировались на выставках. Художник следовал в русле творчества Лоренцо Альматадемы, популярного в конце XIX века представителя исторического жанра. Картина «Моление к Хонсу» совершенно с точки зрения художественности, гармоничности и красоты. Вот такое описание я нашел в картине Степана Бакаловича «Моление к Хонсу». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.